Всем привет, меня зовут Басманов Андрей. Я попытался выдвинуться кандидатом в депутаты местного горсовета, но члены комиссии сегодня выписали мне отказ. Вот. Сослались на то, что подписи, представленные мной, мою поддержку, недействительны. Они действительно не из-за того, что якобы не указан город. Он действительно не указан, но согласно одной статьи федерального закона номер 67, город указывать не обязательно, если это не мешает точному местоопределению избирателя. Вот. И поэтому в решении так указано, что подписи недостоверны именно из-за отсутствия города. Вот. Я категорически с этим не согласен, считаю, что администрация злоупотребляет. Члены комиссии вынесли это решение намеренно, чтобы не допустить меня и многих моих товарищей для участия в выборах, действительно независимых кандидатов. Вот. И мы будем обращаться в суд, в Следственный комитет с целью проверить действия членов комиссии.